Мы понимаем ваши полномочия и образ действия при выявлении локальных, частных недостатков. Я должен сказать, что мы гордимся Счетной палатой под вашим руководством. Мы думаем, что это общее мнение в этом зале. Но что вы делаете и что вы можете добиться для исправления недостатков системных? Ну вот, выявил, например, Счетная палата, к примеру, что государственно стимулированные инвестиции никак не коррелируют с реальным инвестиционным процессом. А сами меры стимулированные инвестиции не осуществляются в наиболее важных направлениях, которые определяют технологический суверенитет. То есть вся сложная, разветвленная система инвестиционного стимулирования, изощренностью которой мы так гордимся, с практической точки зрения, к сожалению, бессмысленна. Или выявляете вы, что меры правительства, нацелены на достижение той или иной национальной цели, заведомо не могут обеспечить их достижение. Когда, скажем, я пишу запрос об этом, мне приходит бессодержательный ответ, составленный будто дурно запрограммированной тумбочкой. А вот Счетная палата что может? Спасибо огромное за вопрос. Я бы попросила ответить на него, потому что в большей степени здесь экономическая составляющая в ответе, нашего аудитора, который ведет направление макроэкономики, уважаемого Зайцева Дмитрия Александровича. Уважаемый Михаил Геннадьевич, наша работа, она настроена, конечно, на выявление системных недостатков, и рекомендации являются результатом. Мы их направляем в правительство и в парламент. А вот если рассматривать мероприятия по аудиту мер госполитики в сфере инвестиционных, в сфере инвестиций, то, конечно же, тут у нас были выявлены основные, собственно говоря, барьеры, которые служат препятствием для бизнеса в использовании этих мер. И основная причина – это там и бюрократические процессы, и, в принципе, количество барьеров. А в ходе мероприятия мы провели опрос бизнеса, и, конечно, информация была очень полезна для нас. В том числе говорили о том, что мер слишком много, они пересекаются, они дублируются, что информационных платформ, которые предоставляют ведомство, тоже очень много. Поэтому первым примерно 60% отвечающих сказали, а мы провели опрос, сказали, что необходимо иметь единый цифровой ресурс об этих мерах. И надо сказать, что это было нашей рекомендацией, и министерство начало работать на эту тему, я имею в виду Министерство экономического развития. Они после этого сделали инвестиционный портал у себя на сайте, начали делать, где пытаются все эти меры аккумулировать, хотя бы информационно. И это, ну, хотя бы поможет бизнесу снизить его транзакционные издержки в общении с государством. Еще один момент и одна рекомендация, которая была важна, как мне кажется, это касалось объединения проверки синхронизации баз ФНС и социального фонда России, когда меры поддержки, когда указывает предприниматель, основной код вида экономической деятельности, он разнится в базе ФНС и социального фонда. И законопроект недавно был, второе чтение об изменении страхования социальному этому посвящен. То есть мы видим отзыв как раз и Думы на нашу рекомендацию и меры. И очень хорошо, что мы на комитете это тоже обсудили. И все-таки какие-то, большая часть рекомендаций была поддержана депутатами. Я думаю, что мы продолжим изучение и аудит мер, касающихся инвестиционной политики и технологического суверенитета обязательно и в дальнейшем. Спасибо.